Всем привет, дорогие друзья, вы смотрите очередную распаковку посылки с Китая, заказанной с сайта AliExpress. На этот раз мне положили два защитных фильтра для объектива Canon TIT 1855 и также второй объектив, это Canon 50 мм. Ну что ж, начнем распаковку. В Украину пришла эта посылка за 21 день, то есть составила 3 недели доставка. Ну, в принципе, как любая обычная посылка за такой период времени приходит. Вот наши объективы заполнены. Так, ну-ка, хорошо, кого? Вот сам объектив, точнее, фильтр. Фирма Knight, как видите, Knight XUV. 58 мм, это для кита. И также второй фильтр защитный, это для моего объектива 50 мм. Здесь мы видим также сам надпись Knight XUV 52 мм только. Ну что, сейчас установим наши объективы. Так, вот наш китовый. Сейчас попробуем установить на китовый. Так, вбиваем, закручиваем. Вот так выглядит теперь с объективом. Линзы, точнее, стекла защитного стекла вроде хорошего качества, не поцарапанные. Это я уже чуть не мазнул. Ну, вот так вот выглядит теперь. Сейчас попробуем установить на 50 мм объектив. Также вот фильтр одевается на резьбу. Сейчас надо выдвинуть. Опять же так закручиваем. Вот. Вот так выглядит теперь у нас объектив с защитным фильтром. Сейчас оденем крышечку. Так, крышечка тоже хорошо держится, не выпадает, зафиксировано. Сейчас мы попробуем одеть крышечку на наш китовый объектив. Ну, тоже, в принципе, оделась. Прилегает плотно. В общем, так. Всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!